Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, ежедневную награду забрали. Так, открыть колоду. Давай смотреть, что у нас тут еще. Пройти серию испытаний. Ну что, по-быренькому пробежимся по серии испытаний. Ну, можно брать любую. В принципе, здесь никаких проблем особых, я не думаю, что у нас возникнут. Сейчас разберем. Так, завтра у нас понедельник, не забываем. Надеюсь, я не просплю буст. Хотелось бы начать, как говорится, прям по откату. Бомбить его, да? Чтобы у нас очень все хорошо получилось. Ну, я еще до сих пор не в Лиге Мастеров, ребята, 3 звезды. Представляешь, сегодня воскресенье, а я даже не в Лиге Мастеров. Это смешно. А потому что 2 дня... не играл. А почему не играл? Потому что день с ночью перепутал. И все, ребят. И шоркался, как привидение по квартире, понимаешь? Так, ну что, тут у нас вот такие вот ребята. Давай начнем. Оп, оп. Да ладно, он еще и выжил. А если вот так вот? Нормально. Так, давай сделаем клинки от нашего супершреддера. И выжил почему-то Хан. Удивительно. Почему-то выжил Хан. Все упали, а Хан, причем самый слабый из всех бойцов, остался в живых. Ну что, друзья мои, давайте заберем награду и начнем уже проходить сложные и легкие поединки. То есть мы с тобой переходим автоматически на Макмана. Вот он, его навыки, и поехали. Нам нужно прокачать, ага, яростное нападение. То есть 10... вот этих номеров нужно. Номера, насколько я помню, выпадать должны довольно легко. Так, 2 номера уже есть. Да, 3-й номер выпал. 4-й. 5-й. Половину уже набили. 6-й. 6-й, 7-й. 6-й, 7-й. 8-й. 9-й и последний, 10-й. Ну где он? Вот он. Все, ребята, 10 номеров прокачиваем. Хватит у нас? Да, хватит. Прокачиваем ему до 4-й ступени. Неяростное нападение, отлично. Так, надо будет ему еще как-то уровень приподнять немножко. Здесь заберем награды. А вот как раз сейчас мы, наверное, ему уровень-то и повысим. Потому что у нас по заданию оно. Так, Макман. Хватает, хватает. 71 уровень. Все награды забираем. Так, в магазин, ребят, зайдем и посмотрим кое-что. Так, меня интересуют жетоны. 455. Блин, маловато. Очень мало. Так, в этом паке у нас кто? Паукус? Хан. Ну что? С испытаниями все понятно, да? Мощи мы с тобой только одну прошли. Там дальше даже суваться не стоит. Хотя мы же можем с тобой поискать вот этот вот орнамент. Поехали. Так, жетоны. Фонарь. Доллары. Опа. Нашли. Усаги. Да нет, ребят, там ничего интересного у нас нету в этом событии. Так же, как и здесь. Так же, как и здесь. Смотри, тут 40, да? А нам выгоднее вот здесь вот. Пускай мы будем по 30-ке получать, но всего за 4 отката. Давай тогда потратим весь сыр. Единственное, что вот мне не нравится, что у нас телепорты тратятся с опупенной скоростью. Так, уже 544. Ребята, по-моему, 544 хватает как раз для того, чтобы купить 3 ДНК. Я могу ошибиться, конечно, но... да, нам хватает. Нужно 530, а у нас 545. Поэтому покупаем. Ну, смотри-ка, скоро Бибоп-кролик у нас прокачается. Я, правда, не помню, сколько у него ДНК. Давай глянем здесь вот. Здесь все, как говорится, будет ясно. Сколько чего...
Ага, друзья, так он пойдет у нас на, на пятую голд-звезду идет. Так что все шикарно. Все шикарно. Ладно, ну а теперь самое такое, ребята. Лига мастеров, две звезды, как ты видишь, ранг у меня 45-й. И, естественно, я должен попасть на трехзвездочную лигу. Потому что, мало ли я завтра просплю или еще что-нибудь, а меня сбросят в этот момент. И что тогда? И все, ребята, и 70 осколочков я фиг получу. А ты знаешь прекрасно, что осколки это сейчас самое основное. Потому что наши бойцы прокачиваются в платиновый ранг. Потому что они все получили золотой ранг, почти все. Остаются платиновый. Платиновый ранг это самая, ну, самая верхушка айсберга для наших бойцов. Конечно, можно было бы пропустить, но это получается еще целая неделя, ребята. Еще целая неделя в ожидании была бы. Так, ну что, здесь у нас победа. В принципе, никаких проблем нету. У нас была 40-я позиция, да? Я думаю, через 4 поединка мы с тобой доберемся до... Ну, не через 4, возможно, через 5 мы будем с тобой уже в Лиге Мастеров 3 звезды. Откатов у нас 26 штук, как ты видишь. Пока я буду тратить всего лишь по одному откату. То есть у меня Супер Шреддер будет выступать... Вот, был Армагон, сейчас идет Усаги. В следующем поединке я возьму Леонардо. Потом возьму Бакстера Стокмана, Зека. И вот в таком, ребята, темпе. То есть всего лишь один откат. Четыре поединка мы с тобой здесь таким темпом поиграем. А уже на последний нам придется, конечно, брать в любом случае по два отката. Потому что всех своих супермощных бойцов я уже отыграю к тому времени. И где-то, если я даже не возьму сегодня топ, то хотя бы 50-е место. Ну что это такое? Ну что это выходит тут у меня? Я уже сколько раз говорил, что Facebook надо удалять симулятора. Я, наверное, пожалуй, так... Ладно, чуть позже. Погнали. Что у нас тут? Мне нужно 17-24. Вот 17-24. Берем Бакстера. Берем с тобой вот Шреддер, как я и говорил. Ну, я надеюсь, меня Бакстер-то не подведет. Ну, в плане инициативы, в плане того, чтобы атаковать врага. А то ведь он может захандрить. Да нет, в последнее время я за ним косяков не наблюдал. А остальные, да, там есть кое-какие персонажи-косипоры. Но Бакстер, как ты видишь, отлично. Вьюх. Нормально. Ну что же, а мы переходим с тобой дальше. Сейчас будет у нас где-то 20-е, да? А, нет. 15-е. 16-е. Ну, два поединка. Это максимум. Что у нас еще будет? Так, давай возьмем Супер Шреддера. А вот кого с ним взять? Ну, здесь можно Лео взять. А вот если мы возьмем, например, Супер Шреддера, Донателло... И кто там еще у нас? А, и Ванька. Как интересно будет обстоять дела в плане инициативы. Ну, Супер Шреддер, понятно, будет первым ходить. А вот кто дальше? Донни или Ванька? Вот это меня интересует. Так, Лео здесь добивает. Сейчас мы, кстати, с тобой и проверим. Мне просто очень интересно знать, как сейчас будут тут обстоять дела. Так... Сейчас где-то позиция 5, 6, 10. Всего 6 ступенек, вы серьезно? Эй. Всего 6 ступенек нам дали перепрыгнуть. Но это, конечно, ребят, несерьезно уже. Давай 17-24. Ты че? Вот. Блин, ну тут. Вот, возьмем вот эту команду. Короче, смотри, что я хочу проверить. Берем Супер Шреддера. Берем, Майки, отойди. Берем Донни и Ваньку Стиранка. И вот сейчас я хочу глянуть, кто по инициативе круче. Ванька или же Донни? Ну, понятно, сейчас будет Супер Шреддер ходить первым. А вот кто пойдет дальше? Все-таки Донни, ребята. Все-таки у Донни инициатива больше и лучше, чем у Ваньки. Ванька только уже вторым идет. Я это учту. Я это учту, особенно когда будут такие противники против нас быстрые, типа как Микеланджело.
Так, ну что, мы возьмем с тобой? Да, ребят, наконец-то мы в Лиге Мастеров 3 звезды. Сотое место, поздравляю нас. И теперь... теперь нужно занять, ну, хотя бы платишок. Не меньше. Так, Рафаэля возьмем. Ну, вот такая вот тут будет команда. Потому что... почему Рафаэль и Майки, ребята, они портят мне, ну, весь состав группы? Потому что они не массовики. Они одиночники. Одну атаку, ну, всего лишь одного противника бьют. И как-то... ну, брать их с собой в какую-то крутую команду в данный момент я не вижу никакой необходимости. Их вот, вот Рафаэля, Майки, их можно вот взять отдельно, да, Джастина. Ну, единственное, что кого-то придется брать из мощных, чтобы быстрее все это дело прошло. А они так будут до посинения тут их с ними биться. Так, ну что, какая, 90-я? 89-я, отлично. Двигаемся дальше. Так, откаты у нас пока есть. Берем Шреддера. Раз, два, три. Четыре. Ну, давай попробуем. Риски, конечно, есть, что Магман сдуется. Но просто интересно мне посмотреть. Так, Зэк бросает бомбочку. Надеюсь, замедляшка сработает. Вообще не сработало, ребят. Вообще ни на кого не сработало. А, пупеть. Так. Ну, здесь давай вот так вот сделаем. Хыч-хыч. Постепенно урон, естественно, уничтожил их. Я бы так не стал бы рисковать, я бы делал бы проникающий. А не кибодач. Так, ну что, с 89 на 70 какую? 78. Берем вот эту вот командочку. Так, опять же, Супер Шреддер. Раз, два, три. Блин, 10 уровней разницы, это... опасно. Это опасно. Я думал, может быть, взять 70-ников вместе с Супер Шреддером, но... перестрахуюсь я лучше. Лучше перестрахуюсь. Уже, как говорится, на финале особо баловать не стоит. Так, ну, все нормально, все отлично. Как ты видишь, все великолепно. Так, двигаемся дальше. Двигаемся дальше, получаем с тобой 68 место. Но я до полтинника хотел, но если, ребят, будет возможность продвинуться дальше, конечно, будем продвигаться и дальше. Но откатов очень много придется тратить. Это по 2 отката за поединок. Зато с этой командой можно брать любых, самых даже маленьких там с собой персонажей. И в принципе им ничего не грозит. Но 2 отката придется тратить. А у нас их всего 14 или 17. Так, бомбанем. Угу. И вот так вот. Ну, я тебе говорил, что когда Супер Шреддер и Лео... ну, не имеет значения, когда Супер Шреддер с кем-либо из топовых бойцов, то слабым персонажам, который с нами, ничего вообще не грозит. Погнали. Так, 16 откатов. Это еще минус 2 сейчас получается, да? И это будет 14, друзья. Ну, я тебе скажу по чесноку, что этого должно хватить до топового места. То есть до самого первого местечка, до мягкого диванчика. Но это нам придется потратить все откаты абсолютно до единого. Так, рассыпались, да? Так, у нас там 14, это 7 поединков. 7 поединков получается. Если 14 разделить на 2, получается 7. 7 боев. 7 боев это где-то... ну да, конечно, нам хватит. Конечно, нам хватит занять топовое место. Поэтому, ребята, двигаемся к нему. Фиг с ним, с этим платишком. Возьмем уже, как по традиции, первое место. Чтобы совесть наша была чиста. Раз, два, три, четыре. Так что ты можешь идти уже, как говорится, кушать, пить чаек. Потому что рейчик дальше уже разберется. И, как ты понимаешь,
А тут уже, ну, для тебя здесь ничего нового не будет. Я в очередной раз займу первое место. Вот. Тут разработчики игры Брояльти писали. Говорят, не хочешь ли ты поснимать для нас эту игру? А Брояльти или Бруяльти, как она там точно говорится, я на нее посмотрел, она мне, знаешь, что напомнила? Очень сильно напомнила мне Hustle Castle. Помнишь такую игру? Я думаю, олды помнят, как мы ее проходили, как мы в нее играли. Все было бы неплохо, ребята, да, в этой игре, до тех пор, пока они не объединили сервера, я имею в виду мировые. Соответственно, дело пошло сразу же в корень плохо, так как соотношение наш рубль по отношению к доллару, да, а так как в этой игре очень много плюшек, очень много доната, и, соответственно, ты тратил баснословные суммы, и которые, в принципе, тебе ничего не давали. Существенные прибавки тебе не давали. А если не будешь тратить, то ты вообще будешь как обсосок ходить. Поэтому, ребята, я с этого проекта в свое время и ушел. И кто мне говорит сейчас, Рэй, не хочет ли вернуться? Ребята, а смысл? Смысл возвращаться в ту игру, если в ней там и китайцы, и американ, вообще там все. Они, для них там, например, да, там 30 там евро, там 50 евро или 100 евро потратить, это копейки сущие. А для нас это уже существенно. А тем более в эту игру, как говорится, играют. Вообще игра предназначена для детского возраста. Ну как бы взрослые люди в такие игры, как бы, ну, смысл им играть, да? Вот. Но так как у детей денег нету, ну, у большинства детей, так скажем, да, не каждый может себе там позволить, мама, чтобы дала ему там на игру там 3000. Естественно, нет. Поэтому там остались один взрослый континент и контингент. Один взрослый контингент и, соответственно, при бабле, да, который тебя просто там нагибает, ты как абсурсок ходишь на этих аренах и все. Естественно, такой проект, как, это знаешь, как вот вот эти вот корейские или китайские ММО, когда ты в них заходишь. Единственная ММОшка в свое время, которая мне офигенно зашла, это была линейка, ребят. Я в нее 7 лет рубился в свое время. Вот, потом начали вот эти вот всякие интерлюдии появились, и что-то как-то она не в ту русло немножко пошла для меня, и я этот проект забросил. А так 7 лет, ребята. Потом у меня на втором месте Warcraft. Я немножко играл в Valorant онлайн. Очень много играл в игр. В Айон играл. Айон тоже потом сдулся. В Атлантику играл. Тоже сервера закрылись. В общем, везде, везде побывал. Но самый топ для меня, конечно, это была линейка. Может быть, она для меня топ, потому что это самая первая, наверное, ММО, которую я играл. Может быть, из-за этого она мне как бы больше всего и понравилась, и запала в душу. Играл бы я, например, бы Warcraft первую, мне бы, наверное, Warcraft бы сейчас нравился. Но я тебе скажу, что Warcraft в свое время для меня был тоже топчиком. Вот. Ну, это ММО, понимаешь, это нормальные игры. А такие, как Hustle Castle там, или вот Brayality. Я думаю, что Brayality, наверное, тоже самое. Ребят, я, может быть, ошибаюсь, вы поправьте меня в комментариях. Там такой же донат или не такой же? Как говорится, такая же донатная помойка. Или же все-таки она чем-то отличается. Ребят, ну что, а мы заняли с вами первое место, как я вам говорил. Все у нас будет чики-чики. Все по топчику. Так, давай вот здесь вот, наверное, уберем. Ждем, короче, понедельничка. Надеюсь, я не просплю буст. Не хотелось бы. Хотелось бы рвануть, сигануть и занять первое место. Тьфу ты, первое место. И занять хорошее место при бусте. Ну что, а на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.